Ну вот, выбежали наши ребята. Фактически две трети дистанции позади. Три, но один, конечно, немножечко отвалился. Я так понимаю, это новичок команды МГУ. А между этими тремя будут разборки. И такое ощущение, что уже ближе к финишу. Никто не хочет реально выходить. Ну, посмотрим, кому такая тактика оптимальна. Два лыжника, я напомню, вот сейчас чуть-чуть, наверное, впереди, хотя вместе Иван Савельев и Владислав Альчиков, это бегун, и третьим идет тоже лыжник Кирилл Смирнов. Парочкой. А вот это, наверное, младшекурсник наш лыжник тоже, сколько я понимаю. У нас в лидерах, и давайте поприветствуем, мы сейчас будем забегать на последний круг. Ну, давайте посмотрим их поближе и пойдем в другой кусочек трассы. Сейчас поедем, поедем, разделять нет смысла, уже посмотрим на финише. Уже будет разборка внутри МГУ, что называется, посмотрим на парней. Ну, а пальчиков Иван Савельев, Кирилл Смирнов, вот так вот они держатся сейчас вместе. И с 39 номером Егором Старовойтом. Егор, давай догоняй своих и посмотрим на красивую историю уже на финише. МГУ в лидерах. Среди девушек первое и третье место тоже заявлено. Это предварительная заявка на сегодняшнюю победу в первом соответственно. Ну что, не отпускайте, давайте! Молодцом, 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 подтягивайся к ним. Форма хорошо смотрится, черная для наших. Вот уже болельщики наши, девчонки как раз, которые выиграли только что, они поддерживают своих сокомандников. Дружная команда лыжников, в первую очередь, конечно. Сейчас мы увидим их тут тоже. Пора, пора, давайте, давайте, разборки начинайте! Оператор бежит примерно с той же скоростью. Молодцом, молодцом. Давай, 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 давай. Держи, держи их в поле видимости. Четыре в первые наши. И вот там Саша, видимо, тоже наш. В большом наклоне, значит, лыжник. Пятый, шестой, седьмой наш. Давай, пробуй подтягиваться к ним. В принципе, нормально вполне достанешь. Потерпи чуть-чуть. Где-то еще один должен быть наш, насколько я понимаю. Три, четыре, пять, шестой должен быть. Но пока не вижу. Сейчас мы Александра Самедова посмотрим, который решил не ехать на чемпионат России по троеборью. Ну,
посмотрим, стоило ли этого того. Вал Саша. И что-то он не бодр. Даже кричать не особо хочется. Видно, что человеку тяжело. Ну ничего, вот смотри-ка. После всех этих поворотов напрямую вышел и побежал уже бодро. Ребят, давайте.